Я не знаю, я лучше с тобой. Ну, а? Он говорит, что это.
Вообще. А Шерри может станет там вот эта часть особенно. Может просто маску уберешь? Вообще, это там идея, идея. Я даже помогу в этом деле. Всем принести. Всем мам, да, всем мам поздравляю. Всех мамок поздравляю, мам, бабушек, теть, сестер, жен, всех. Всех женских людей. Так, ребят, так как завтра у нас день акробатики, мы будем делать выпады, сальто, не сальто, все дела. Сейчас всемирный? Давайте... Нет. Просто? Да, Покровский день посреди. Акробатики. День акробатики. Так, сейчас давайте, как сказать, пройдем за Мику на ноги, ну и в конце поотжимаемся. Все поняли? Да. Первое упражнение — выпрыги с двух ног. 10 раз. Под мой счет.
Приседаем 90 градусов, руки назад. Мои колени держи не вовнутрь, не в ширину. На ширине плеч. Нет, ты внутрь их ставишь. Так, стопы. Стопы, так. Стопы, да, у тебя. Стопы. Вот так, стопы. Параллельно. Слово параллельно. Прямо. Да. На ширине плеч. Опускаем. Поясницу держим. И вы прыгаете вверх 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем минутку, полторы. Второй подход. Можете, да, пока перекатики поделать в отдыхе. Самый лучший отдых. Выходы, перекатики. Хороший перекатик. Ребята, заминочку придумал. Сейчас наоборот еще больше. Ну все. Да. Продышимся. В такое время этого вирусов разных дыхания вообще жизни. Да, я когда начинал поспевать, только базу. Это основа. Без этого даже нет смысла. Я вот смотрю, ребята крутят, тешат себя надеждой, что вот накрутки. А просто вот, ну, база. Придет какой-нибудь статик. Первый детский юношеский разряд. Гимнастика спортивная. У них там минимум 10 отжиманий. Он придет спокойно. И все. И что, крутки эти все. Поэтому довести хотя бы до 20 подтягиваний, соточки отжиманий. Вот это будет тема. Отжимания от пола или на брусе? Вообще, если ты на брусе до сотки доведешь, вообще красавчик будешь. Это, конечно, больше даже. На брусе? Смотря как, многие четырят. Четырят. Ну и смотря кому, да. Все, второй подход. Всего 4 подхода. Второй подход, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ничего страшного. К нам приду, с нами поразминают. Попрыгают, поджимаются. Давай третий подход. Все готовы? Нет. Что случилось? Сейчас сердце выпрямляет. Отдохни, если устал сильно. Для девочки можно пятачок хотя бы там через раз. На каждые два раза один. И давай, ты такой... пять делай. Ух, мы 10. Нет, делай 5, а мы 10. Все готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне тебе так столько надо было за это. Еще бы я умел бы ее. А потом это стучит. Аккуратно. Вот, кончить. Больно. Не, кстати, не будет. Да, я знаю. Да, наверное. Я забил целую голову. Чувствуешь уже, наверное, пластину. Да, не хватает прям листов перегрузить. Все отдохнули? Нет. Нет? А что, такое можно было? Можно вообще было. Все? Готовы? Да. Давай, заключительный подход. Раз, два, три,
Гриш молодец, все идет. Халтурил? Не, он все сделал. Халтурил? Не, у меня просто нельзя было говорить. Чего? Ты что-то раньше не сказал. Не, я давно этим занимаюсь, меня разрешили. А какая у тебя внести группа? Ну, типа, укол делаю. Ну, не, я понял. А что у тебя какая? Первая, вторая, три не знаешь? Наверное, вторая. Наверное. Надо от родителей обязательно от всех справки. Это... Смотри, если будешь у нас заниматься, то у нас заниматься по ним, знаешь? Да даже просто по один раз приходит. Я не только этим занимаюсь, и давно этим занимаюсь, у меня все хорошо с этим. Ну, красиво. Мы согласен, да, там справка от врача есть, должна быть, слушай, можно заниматься физической нагрузкой. Да, доктор пишет, и все. Да, я знаю. Это хорошо. Так лучше сказать, потому что инструктор же не знает, какой может быть. А если ты дал физкультурную нагрузку, у тебя как это? Ну, я знаю, если там, например, сахар упадет, мне всегда с собой сладкое беру, все, что надо. Сахар упадет, и я сладкое съем еще. Вообще. Ну, это надо, да. При диабете, да, сахар надо, там уровень сахара падает. Ну, это, конечно, надо поддерживать уровень. Но не сладким конфеткой, да, вот я еще и печенька. Это яблоко, чтобы такое. Органичное, может. Правильное, да. А так выздоравливай, конечно, поправляйся. Гимнастика поможет. Закаливание, гимнастика, иммунитет поднимется, можно выздороветь. Надо только веру. Это просто ребята и девчата, как все. Если у кого-то нога, рука заболела, вы сразу скажите. Потому что, не дай бог, что-то случится, и чтобы... Нам-то, по сути, ну, взрослым без разницы. Ваши родители, чтобы не страдали. Попей сперва, а потом кинь. Отжаться надо Левому Гурановичу, я думаю, да? Сейчас выпады пойдет. Да нет, тысячу зачем? Подходит как на тысячу. Пресс делают, спину пресс. А можно? Что, как бы делают? Сегодня будем делать. Каждый по паре разобьется. Вообще, черт. Можно ноги подкидывать, не позвоночник загружать, а наоборот, один лежит. Нет, лодочку, ну. Животом слег. Это когда на выходе спиной и даже животом вниз. А это еще спиной, когда лежит, он держится ногами за руками за ноги напарника, поднимает ноги, а тут бах откатывает ноги. Это обалденно. Прям соточка. Все готовы. Все восстановились. Или две соточки. Точно будь здоров. Пару соточек, значит. Точно. Он поддержал. Пару соток надо сделать. Всем надо порадоваться, в принципе, поддерживать. Также 10 раз. Ну, короче, в сумме на каждую ногу по 5 выпадений выпадает. Ноги произвольно. Можно отталкиваться, можно за спиной, можно за головой. Все поняли? Левую ногу вперед, правую назад. Выпрыгиваем под мой счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Закончили. Также 4 подхода. Отдыхаем поменьше у меня. Удивительно. Неужели все вчера тоже пришло 4 человека всего? Может, они после салатов объелись после Нового года? Оливье просто протух. Прошлогодний. Прошлогодний получается. Нет, кишкопутство хуже на кармане. Может, так отожраться. Что, типа, потом проспать, что такое? Да, конечно. Ты что делаешь? Релаксирую, да? Релаксирую. Все, то же самое. То же самое. В этот раз правую ногу вперед, левую назад. Ты что, погоди, стой. Нормально? А тут так грохнулся. Нет, это железо, я грохнулся. Плечом нужны. В этот раз правая нога вперед, левая назад. То же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Слишком огромные эти гимнастические тренировки. Ладно, что-то они еще очень широкие. Да. Так хорошо.
Я мозоль, знаешь, как съедают? Да, бедная. Вот так не гимнастические. Нет, гимнастические. Жирают мозоль прямо так. Очень сильно убивают. Я так чисто рисовал. Там похуже. Знаешь, пришел на... Все восстановились, нормально все? Да, пришел на... То же самое, левая нога вперед, правая назад. Нормально, сорвал 6 мозоль. Это третий, у нас 4 похоже. А, ладно. За мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подходит, надо вам как-то поэтоваться. Ну как он так, ростом. Вот надо тебе с кем-то здесь, тебе, потому что ты повыше, с кем-то, вот, наверное, вот с ним, вот с тем парнягой. У вас по росту одинаково. А вы уж тебе, да, тебе, вот, наверное, с тобой, а вы, потому что ты высокий, с ним. Да и с ним, короче. Потому что вы по росту подходите. Вы по росту больше подходите. Потом поменяйтесь. Этот, как тебя звать? Егор. Егор, иди сюда. Вот, ты с Егором. Вы по росту, нет, смотрите, по росту же подходит, вы вдвоем, вы потому что по росту, да, подходите? Это, мы не рассматриваем какие-то дружеские, товарищеские, просто чисто, чтобы удобно было, и все. Шоу как маленький.
Не, вы, конечно, так еще не очень взрослый, но все равно шел как маленький. Мужчина же не все. Да, мужчина же все-таки. Все? Вы а только отойди, чтобы не дувал, не задувало. Сюда, смотрите, сейчас он метр вообще. Да. Выбирайте, короче, кто первый ложится, сгибает, скручивание на пресс. Один на пол, другой ставит. Один на пол, другой ставит. Скручивание на пресс. Да. Сколько? 300? Сначала вяжем. Держать? Сколько? Фиксируй. Стой. Четыре подхода по 20 скручиваний. Ты ему можешь, смотри, коленками придерживаешь ступни, а руками коленки его придерживаешь. Вот сюда ручки положи на колено. Ножки вместе, погоди, ножки вместе, коленки поверх. Вот так сбоку прижимай. Прижимай коленками. А ручками, да, вот все. Вот первый человек сделал, встает, ложится тот, кто держал. Смена идет. Да, смена. Это только один раз. Это один раз вы сделаете, да. Один круг. Давайте, раз, два, три, погнали. Двадцаточку. Кто делает, считайте вслух сами. Сами считайте вслух, чтобы кто и дыхание будет прокачиваться, и счет. Дыхание очень важно. Всякие микробы, как из легких. Бах, выбить все это из легких, вышибить. Смена сразу прям, да, конечно, смена. Вы можете не меняться местами, а просто один на своем месте встал, а другой просто лег на своем месте. Я летать буду? Сейчас полетишь. Готов? Поехали. Кабир Алексеевич. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Что, еще делать, да? Там? Пока ожидание, можете что-нибудь поделать еще, пока ждет остальные. Ну, мы уже второй подход делать сразу, да? Сейчас как Левон Гуран скажет, я не знаю. Сейчас как он установку даст. Ждем его. Хотя делайте, да, начинайте второй сразу делать, да-да-да. Чтобы не простаивать. От окон отодвиньте, чтобы ледуло. Отодвиньте, подождите. А сделали? Четыре подхода. По одному? Нет, они по одному пока сделали. Нет. Каждый должен четыре подхода. Да, нет. Двое сделали, это один подход. Смена, да, смена, да. Это один подход. Одна смена, один подход. Полная. То есть полная смена. Итого каждый сделает по 80 раз. Каждый сделает по 80 раз. Чтобы вы понимали. Не, может кто-то сразу осилит 80. Может, как соточку сразу осилить, скажи, я соточку сразу осилил. У нас на ТД преподаватель, у него же пятерку получить, надо 75 раз отжаться. Это замечательно. Я думаю, по-настоящему он переживает. Потягнет 20 раз. Вообще красава. Он, видать, это готовит как раз на первый разряд. Ну а что, сразу же второй курс. А мы за внимание про них участвовали. Ну, вот, я 4 месяца занимаюсь. Это норм для меня? Вообще красавчик. А я после него сразу. Да, после этого. Там у нас версия такой, да? Ребят, да. Сполки, слушай, тысячи раз отжимаются, проседают. Что ты поможешь? Все делают. Это круто, но суставы в крайней детстве. Называется «До свидания, суставы». Здравствуй, ревматизм. А вы сделали, да? Мы два сделали. 4 же надо сделать. 4 надо. А что вы отдыхаете? Ну вот как раз пока спину отдыхаете, конечно. Какие юные хитрецы. Давайте, конечно, не переживайте. Смотрите, молодежь, моложе вас, ребята, вот как это делают. Они шпарят. Ну, все правильно. Я уже сделала, теперь ты эти делаешь. Так кто должен пример брать? Вы с них или они с вас? С друг друга, пример. А, нет. Ну, почему? Не защиту ему. Ну, ладно, три не защитай, хорошо. Руки за головой защитите. Не, помирать не надо, ребят. Четвертый день? Да. Да, ты что, снова? Да.
тоже? Блин, как вам встать? Ну, убери руки так. Держи. Колени держи. Все? Да, все убито надо. Турники это плохая вещь. Вы последний подходил? 13, 18, 19, 20. 20. Все. Я тебе, чтобы больше отдыхать. Я так никогда призываю. Еще два. Сложно, что ли? Ну давай, давай еще. Пресс устал. Я еще после этого грязь. У меня еще пресс вернулся. Я еще перенялись. 13 осталось. О, точно, перенялись. Вот это живот. Что, сложно? Сильный, крепкий живот, это крепкая спина. Вы зря расходите, прямо. Сейчас у вас еще будет на спину упражнение. Да нет, так не будет. Хорошая ласточка, я одобряю. Будете самым живчик. Давай теперь честно на турнире. Зато самый качественный. У меня сейчас последний. А, начали. Готово? Сделал. Свали, быстро. Вы чё говорите? Как у нас будет? Эй, не гридит! Потихоньку.